Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, соединить драконов. И снова нахожусь на карте мира и хочу пройти следующий уровень, который называется Дракоград 8. Три кубка нужно, чтобы его попытаться пройти. В возможных наградах серебряный сундук шестичасовой и даже яйцо травяного дракончика. Ну, давайте попробуем. Итак, вижу два таинственных облачка. Так, два таинственных облачка и островочек. Тучки летают у нас. Задание. Для победы создайте восстановленную статую Геи. Звездочки. Дождитесь, пусть дождевая тучка превратится в гриб. Слияние 5 всего, 8 раз по 5 соединять и исцелите всю землю. Ну что ж, давайте начнем грибы делать. Сначала мне хочется вот достать вот землю освободить, а потом уже делать грибы. У меня такое желание есть. Так, тут у нас порталы есть, которые позволят нам из лагеря вызвать наших дракончиков. Какого-то одного дракончика. Вот. Но пока я хочу вот открыть вот это первое облачко, для этого нужно собрать лужицы. Не дать им прорасти как раз-таки в грибы. Обратное действие выполнить. Тут закрыто облачко. А, подождите. А чтобы его вообще активировать, эту территорию, нужно вообще-то эту клеточку вначале открыть. То есть мне дракончик нужен будет, хотя бы цветок один нужен. Вот. Чтобы открыть. А, вот, один цветок был, кстати. Вот он. Есть. А где я пушинки возьму? А, пушинки тут есть. Я вижу, что тут есть территория, которую так просто не откроешь. Так, сейчас мы это сделаем. 10 надо. Угу. Хорошо. А, я вижу, тут вот такая лужица. Так, уже гриб один пророс. Вот вы посмотрите, да, как это происходит. Чики-пики, и грибочек уже пророс один. Пока я тут другим делом занялась. Вот так вот все хитро. Сейчас тучку еще поймаю. Вот хочу. О, пока гриб не пророс. Так, а здесь надо открыть вот эту тучку. Еще один мне надо. А то сейчас. Так. Одна. Есть. Так, это следующий уровень, значит. Это не подходит. Хорошо. Давайте будем собирать следующий уровень. Грибы. Грибы тоже надо будет потом собрать. Тучечка лети. О! Есть. Еще мне нужна такая лужица одна. Вот я могу здесь вот достать пушиночку. Нет, не досталось. Так, просто пушиночка одна. Вот первая пушиночка. Вот эту вот надо вот достать. Есть. Лужица нам может помочь. Так. Дайте-ка тебе лужицу. Нет, не хочет. Вот. Есть. Все, успела, пока не проросло. Открываю. Посмотрим, что тут. А, тут грибы. Грибами закрыто. Вот, видите, вся земля такая. Ну, хорошо, давайте будем пока открывать. Вот так. Вот грибочек. Теперь могу лужи брать. Теперь мне нужно грибы собирать. Теперь мне нужно будет собирать грибы. А для этого мне нужно еще пушиночку вот эту освободить. Так, лужи не проходим мимо. Вот. Спасибо, потому что мне нужно лужи теперь проращивать. Так, теперь еще вот так. Все, лужи теперь пускай прорастают. Есть. Освободить яйцо надо. Яйцо вот так вот. Еще чуть-чуть. Так. Вот,
У меня уже получше тут стало цветочек. Одно яйцо освободила, нужно еще одно. Вот. Лужицы больше не трогаю, пускай прорастают. Мне 5 предметов надо вместе. Вот я соединила, да. Еще лужи мне нужны. Так, вот это яйцо я хотела достать. Есть. Вот у меня еще один дракончик появится. Ах, посмотрите, малыш Пегасика прилетел. Давайте будем траву доставать. Что у нас еще прольется? Исцелите всю землю. Так, а что, мне мало пролилось? А, ну ждем, пока в грибы превратится. Ну ждем, ждем. Так, травушка-муравушку еще нужно освобождать. Вот, первый грибочек пророс. Есть. Начинаем их собирать. И нужно освобождать травушку-муравушку. Соединять тоже. Сейчас грибов не знаю, сколько понадобится, пока выращиваем. И освобождаем траву. Вот она. Есть. Раз, два. Так, стоп, три, четыре, пять. Есть. Так. Есть. Вот такая трава. Вот такая. О! Ну, вроде всю территорию вот эту освободила. Грибочки у меня остались. Отлично. Вот грибочки. Собираем гриб теперь, чтобы открыть следующую. Так, тучи у меня пролетели. Не пролетайте мимо. Проращиваем грибы и соединяем их. Так, а мне нужен гриб какого уровня? А, плотоядный. Это уже могу соединить. Вот. И там должны быть статуи наши. Статуи, статуи. Одна закрыта вот травушкой, а другая камнем. Камень получить это нам нужно. Вот, с травы этой добывать. С травы, с травы. Все, грибы больше не нужны. Спасибо за внимание, грибы. Грибы, спасибо за внимание. Надо их убрать, чтобы они здесь не мешались теперь. Тучи пропускаем. Это тоже цветы не нужны. Нет, мы только теперь над травой будем работать. Мне нужно камень создать. Все. Лавочку закрываем, грибную, цветочную. Вот. Вот одного сюда, другого сюда. Будем, давайте быстренько создавать. Вот. Камни, покрытые мхом. Теперь мне надо следующий уровень сделать. Вот он. Так, еще один. Случайно тучу нажала. Нет, нет, нет. Это не надо. И не надо. Спасибо. Еще камушек. Сейчас уберу территорию. О, цветы. Вот одна статуя, вторая. Вот еще один мне нужен. Вот, можно сюда отправить. Это можете проходить мимо. Остальное уже только отвлекает. Вот, готово. Живой камень. Вот он. Крупный мшистый камушек. Чунш. И открыла статую, достала. Все, все, господа мои хорошие. Ничего мне отсюда не надо. В принципе, может быть, предложит купить драконий ус 7 уровня. Для этого давайте все удалим. Вот смотрите. Давайте попробуем такую тему. Мы попробуем получить отсюда. А что я еще не сделала? Не исцелила всю землю. Ну, конечно, это только исцелю ее тогда, когда статую открою. Я попытаюсь просто удалить все предметы, чтобы предложил драконий ус купить. Как приз. Да? Интересно, сколько он будет здесь стоить? Нет-нет-нет, я вот все поудаляю. Гриб мне не нужен. Вот. Допустим, кто-то хочет драконий ус купить. Так, вот, соединяем статую. Получаем звезду третью. Ах, сейчас тут цветов нам тут накидает. Так, цветы убираем. Не надо, не хочу цветы. Хочу, чтобы драконий ус предложил купить. Давайте посмотрим. Похулиганим немножко. Итак.
Смотрите, это пиар в виде медведя. На этом уровне предлагается за 99 самоцветов. Так, монетку, лужайную траву нам дали, кому нужно. Серебряный сундук, кстати. Дракончиков предлагают купить. И вот куча цветов, которые он в конце наделал. Все-таки драконий уст не предложил. Но, может быть, как-нибудь и предложит. Что на этом уровне этот предмет есть, может быть, как-то его можно заполучить. Итак, следующий у нас уровень будет Дракоград. 9 за 2. За 2. За 2 чаши. Так что попробуем в следующий раз его пройти. Смотрите, я обнаружила зато, когда открылся Дракоград 8, открылась вторая секретная уровня Дракоград с двумя знаками вопроса. Вот первая секретная комната находится вот здесь. Я еще, как видите, не проходила ее, да? А вторая вот уже здесь есть. Так что, когда пройду все Дракограды, тогда буду проходить секретные комнаты. А пока всем до следующих встреч. До свидания.